Краевая акция «Эстафета памяти» стартовала 12 февраля в Краснодаре. За 4 месяца лампаду с горящей свечой передавали в 4 десятках городов и станиц региона. Сегодня акция добралась и до Сочи. Лампаду сочинцам передал отряд «Пост номер 1» из Апшеронского района. Апшеронский район лампаду памяти передал. Акцию в Краснодарском крае проводят уже третий год. Она посвящена освобождению Кубани от немецко-фашистских захватчиков. Акция, конечно, молодежная, и самое главное – это передать ту память, ту скорбь, которую испытывал весь наш советский народ во время начала Великой Отечественной войны. Лампада с горящей свечой, которая символизирует подвиг наших предков, отдавших жизнь за свободу Родины в Отечественной войне, будет 3 дня находиться в храме князя Владимира в Сочи. Потом также в торжественной обстановке эстафета памяти будет передана Туапсе. После отправится в Геленджик и снова вернется в Краснодар 22 июня, в День памяти и скорби. Именно в этот день, в 1941 году, началась Великая Отечественная война. Пошли домой.